Другим условием, необходимым для продвижения вашей лицензии, является минимальное требование участия, или MPR. MPR требует вашего участия в определенном количестве гонок в сезоне, согласно каждому уровню лицензии, перед тем, как получить повышение на следующую лицензию. Статус своих требований вы можете найти в профайле, вкладка лицензии. Эта секция показывает задания к выполнению минимальных требований для каждой лицензии и статус их выполнения. Все новичковые серии позволяют выполнить новичковые минимальные требования, но чем выше вы поднимаетесь, тем больше каждая серия будет иметь влияние на текущую лицензию. Для этого найдите зеленый индикатор MPR в описании серии или зеленую стрелочку в списке серий. Помните, что не только выполнение минимальных требований необходимо для повышения уровня вашей лицензии, но и рейтинг безопасности должен соответствовать требованиям лицензии. MPR также можно получить путем прохождения тайм-триалов, которые мы рассмотрим в следующем видео.